Всем привет! Очередное письмо, очередное пополнение коллекции. Сегодня мною полученное. Мы будем все это дело открывать. Так, все в какой-то пленке, в пищевой. Проще, чем скотчем скользить, открывать, разрезать. Так, вот она монета. Монета острова Мэн 2015 года. Тоже мотогонки. Легенды гонок. 50 пенсов. Вчера только получил монету 16 года. Ну, вот сегодня 15. Отличная монета. Вчера говорил уже, что приходится, чтобы найти нужные мне монеты, отсутствующие, уже приходится по одной монете выкупать, потому что у продавцов, как правило, что-то еще интересного, то, что меня интересует, ну, уже практически нет. Ну и чем дальше собираешь, коллекционируешь, тем становится в этом плане сложнее. То есть, если раньше кому-то зашел, там 10-15 монет сразу купил, к продавцу имею в виду, то теперь очень тяжело. По одной, по две, по три монеты. По три — это уже хорошо. Вот такая вот монета. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. Пока.